Соборная площадь города превратилась в театральный зал. Партер на 5000 мест, сотни модульных 3D-декораций и светодиодные экраны. На сцене опера «Евгений Онегин», которую представляет столичный музыкальный театр «Геликон». Мы привезли сюда лучших артистов. Мы задолго готовились, пригласили коллективы «Старого Оскола», «Белгорода». Это огромная продукция, кооперация людей творческих. Сегодня на сцене будет больше 200 артистов. А вечером на сцене представят оперный «Маскарад». К артистам «Геликон» оперы присоединится симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии.